Voilà. Это розыгрыш плеера, плеер валит. Короче, сижу, снимаю, сейчас покажу питание, систему вкратце. Поехали сейчас. Так, САП у нас, короче, МФ-12, 3,5 киловатта держит, 4-дюймовая катушка, вот колпак. Чуть теплее тело сейчас. Где-то минут 20 тут у меня поиграло, даже меньше. Так, усилитель у нас, кстати, одинаково. Что усилитель, что... одинаковая температура, что у усилителя, что у САБа. Усилитель у нас Magnum, 2000-ник. Дальше тюльпаны у нас с ЖЭКом на конце. Все на микролап у нас. Как показать-то? Ну, короче, телефон, разветвлитель и джек с тюльпанов. И одна колонка играет, вторая что-то не играет. Так, ладно, пойдем по питанию. Так, здесь у нас вольтметр, обязательно ставьте. Далее, КГшка 25. КГшка 25. Плюс-минус. Тут у нас замыкает, включает. По 4 квадрата у нас на САП идет. В 1 Ом все играет. Далее самое интересное. Антиавтозвук. У меня все это не на постоянку играет, так что мне похуй, что вы скажете. Короче, блок питания компьютерный. Сейчас, кстати, работает от аккумулятора. Далее, так, это у нас получается 15 ампер, по-моему. Так, этот блок питания у нас на светодиодную ленту, здесь у нас 44 ампера. Далее, после моей установки, когда я был жертвой, вот остался конденсатор на 0,5 фарад, я уж прицепил его, пусть будет. Далее, АГМ-ка на 100 ампер. И зарядник у него в максимум, он греется и воняет. И все это вот так вот воткнуто у меня в этот, в, как он называется, в сетевой фильтр или как. Ну и все, вот и все питание. Короче, АГМ-ка сотка, аккумуляторная зарядка, блок питания светодиодной ленты 44 ампера здесь. Берем с блока желтые и черные провода и вот так вот по-варварски тут пытаемся их прикрепить. Ну и в принципе самая низкая просадка 11,8, ебашит в шишку. Ну может на синусе, конечно, больше высосет, но на музыке нормально. На жестких треках 11,6, 11,6, 11,8. Так, по настройке у нас тут гейн сейчас не в пол, ну не в полную силу, там можно еще подкрутить. Далее и на 60 герц короб на 33 герца, да и все, там уже остыл, кстати.
Вот такая вот фигня, да, Юрик? Такая вот байда по питанию. Запомнили? Еще раз напоминаю, АГМ-ка, зарядка, светодиодный блок питания на 44 и компьютерный на 15 ампер. Ну, 15 ампер там больше, но тут выход на 12 вольт, 15 ампер. И все вот так вот воткнуто. Все играет с телефона у нас. Сейчас розетка выключена, работает вся эта система у нас от аккумулятора. Кстати, просадки нету. Работает сейчас блок питания запитан, конденсатор и компьютерный блок питания. Все висит от аккумулятора, все работает. Просадки нету. Если включить, то можно раскачать до 13. Сразу 12,7. Сейчас постепенно поднимется там до 13, до 14. Такая фигня. Ну, вроде все. Все, что хотел показать. Это играет не на постоянку, а только сегодня. Ну, не сегодня, еще HR3, который снимал детский. Это второй раз по питанию показать. Там, кстати, не было компьютерного блока питания. Итак, если вы хотите дома поставить усилочек, то не гонитесь за мощностью, потому что вам его не пропитать будет. Можете взять вот такой блок питания, он подойдет. Если валяется где-нибудь конденсатор, тоже прилепите, хуже не будет. Будет сглаживать просадки немножко. Будет отдавать, короче, в пике. Так, ну и все. А вот аккумулятор и зарядку вот так ставить не рекомендую. Этим воняет како электролитом. Кислотой, короче, воняет, нафиг вам это надо. Вот самый оптимальный. Я предложил бы компьютерный, но он слишком маленькая мощность у него. Вот этот для светодиодки. Если ампер на 50 найдете, так вообще нормально будет. Если будет усилок дешевый, тогда потом сниму, как он, что он даст. И не берите тоже саб дорогой. Вот здесь, например, 4-дюймовая катушка. Ему не про. Не, даже этому усилителю его толком не прокачать. На все 100%. Ну и все, он уже 12,9. Все подзаряжается. Усилок у меня такой есть в этом, в обзоре. И саб тоже в обзоре есть. Могу еще что-нибудь сейчас поснимать. Видосы поприкалываться. Вы наслаждайтесь, может, с музычкой сделаю. Ладно, всем удачи, всем пока по питанию усилителя. Всем охуенного питания, давайте. Let's rise.
Короче, я хуй знает, как показать. Сейчас, короче, ленточку привязал, сейчас смотрим.